девочки, вот хочу вам показать, сколько стоят у нас томаты. Вот такая пачечка, мне 250 грамм. Вот она стоит 350. Но это еще не предел. Вот за килограмм вот таких сортовых томатиков просят 11 франков за килограмм. Ну а так большой ассортимент томатов черри. Вот 3,95. Ну и вот такие томатики. Вот. Тоже неплохо смотрятся. Ну, так, такая пачечка всего 2 франка. Так что вот хочу вам показать, в чем смысл выращивания своих томатов. Вот био-черри. Это магазин Мигра, супермаркет. Вот такие большие, 5,95. Вот еще очень хорошие различные сорта. Такая пачечка 750 грамм. Вот, пожалуйста. Ну, есть и совсем дешевые томаты. Прайс гарантии называются M-Budget. M-Budget Migros, ну да, купит прайс гарантии. Вот такой пакетик. Вот еще обзорчик стоимости огурцов. Малюсёхонькие, паприка, все, что на нижней полке, это все как бы бюджетная цена. То, что повыше, уже подороже. Вот 3 штучки за 70 франков. Био 2 штучки, 2,95. Острая штучка, а нет, это получается 10 франков килограмм острый. Вот экстра паприка 2,70. Такие маленькие. Обержины. Девочки, цены на наши овощи. Вот сделайте выводы. Есть смысл сажать в огороде или все-таки без заморочек можно все купить в магазине?